Это знаковое мероприятие, которое сегодня действительно собрало различных участников, интересантов. Вообще, в принципе, по отношению к агропромышленному комплексу страны, ну и в частности, если иметь в виду наш круглый стол, то действительно вижу знакомые лица и понимаю, насколько это важная тема сейчас вообще для развития отрасли. Для Тамбовской области эта тема также является сверхважной, хотя бы по той причине, что 30% структуры валового регионального продукта приходится на агропромышленный комплекс. Ну, немного таких регионов в стране, по крайней мере, я думаю, не более 5, которые имеют такой высокий удельный вес именно агропромышленного комплекса в своей специфике региональной. Тамбовская область один из лидеров агропромышленных страны. По крайней мере, могу сказать, что итоги 8 месяцев текущего года показывают, что по объему произведенного мяса Тамбовская область уверенно заняла вторую позицию в Российской Федерации. Есть высокие достижения в растениеводстве, но и есть социальные показатели, которые, в принципе, в стратегии социально-экономического развития региона предопределяют такое внимание к агропромышленному комплексу, к сельской местности. Самая высокая доля сельского населения в Центральной России, в Центральном федеральном округе, Тамбовская область, это 40%. То есть, в принципе, в самой стратегии социально-экономического развития Тамбовской области агропромышленный комплекс является доминантой. Если говорить о стратегии развития села, сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли, то тема цифровых технологий проходит сквозной нитью через все проекты инвестиционные, инновационные, через все отрасли и подотрасли сельского хозяйства. Поэтому, по сути, у нас, я бы сказал, такой приоритет двойной, имея в виду и сельское хозяйство, и наше внимание к цифровым технологиям. Но это вот вводная моя. Что касается того, чем мы занимаемся, что мы сделали за прошедший год. Вообще, я считаю, на подобных мероприятиях, от случая к случаю, от возможности представить на одной площадке наши результаты к другой, должно быть превращение. Ну, я начну конкретно, тем более, Виталий, вы действительно неоднократно мне вопросы эти задавали. За прошедший год что мы сделали? Тамбовская область, в частности, как и многие регионы, когда-то, там, несколько лет назад, заключила соглашение с фондом Сколково, но именно в прошлом году, осенью прошлого года, на территории Тамбовской области мы провели совместно с фондом Сколково первый конкурс IT-компании IT-Черноземья. Так он звучал громко при поддержке фонда Сколково, администрации Тамбовской области, нашей корпорации развития Тамбовской области. И скажу вам, что более 50 компаний, почти 60 участников IT-рынка, это передовые компании в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, они все приняли участие. Преимущественно Черноземья, но были и компании из других регионов. Они прошли этот жесткий конкурсный отбор. Некоторые компании оказались победителями. Для нас отрадно, что среди победителей были и тамбовские организации в сфере IT-технологий, IT-индустрии. Так вот, эти компании представляли свои приложения, свои наработки, свои автоматизированные системы управления, технологическими процессами. В общем, все то, что сегодня востребовано и крупным бизнесом, и, конечно, несомненно, представляет большой интерес для других укладов сельской экономики. Более того, эти компании получили серьезную поддержку. Так, для понимания, некоторые победители получили по 2 миллиона долларов на свои стартапы. Конечно, это позволило им еще более погрузиться в тему разработки своих приложений, ну а нам, в свою очередь, их приобщить к большому проекту, который мы реализуем и который для нас сегодня является центральной темой вообще цифровизации сельского хозяйства в Тамбовской области. Мы 2 года назад, когда разрабатывали стратегию развития региона, так громко заявили о том, что будем разрабатывать цифровую платформу АПК, агропромышленный комплекс. Это, кстати говоря, было сделано, как и сама стратегия, еще незадолго, но накануне появления указа президента соответствующего. И мы собирали различные компании, наработки, предложения, стали взаимодействовать с разными компаниями, партнерами. Ну, во-первых, за прошедший год мы окончательно убедились, что ключевой стратегический партнер в реализации этого проекта у нас оказался Ростелеком. Вот. И с Ростелекомом мы совместно, значит, отрабатывали альфа-версию этого ядра цифровой платформы. На сегодняшний день могу констатировать, что альфа-версия этой платформы цифровой совместно с теми
возможностями, я бы сказал, такими телеиндустриальными, телематическими возможностями Ростелекома, она сегодня уже создана. Это первое. Второе, значит, мы стали эту платформу альфа-версии через базовую шину Ростелекома наполнять соответствующими приложениями. И вот здесь вот что принципиально, что примечательно. Акцент мы в первую очередь сделали на приложение, которое мы сегодня подключаем, наполняем, в первую очередь, маркетингово-логистического характера. Целый блок приложений, причем хочу подчеркнуть, аккредитованных уже фондом Сколково, потому что исключительно при их поддержке, в том числе это происходило, значит, уже аккредитовано, было посвящено взаимодействию с банковским сектором. Это различные программы, коммуникационные программы по взаимодействию с банковским сектором. Еще ряд приложений, которые сегодня уже на нашей первой, еще раз говорю, первоначальной такой версии альфа-ядре этой платформы находятся, касаются непосредственно сбыта сельскохозяйственной продукции. И сельхозпродукции, и продукции пищевой, перерабатывающей промышленности, то есть агропродовольственная. Значит, тема в части сбыта для нас является важной. Задача сделать цифровую платформу доступной и сделать, вот, используя соответствующий понятийный аппарат, я имею в виду marketplace, значит, чтобы эта действительно функция была исполнена в рамках нашего проекта, мы как раз разработали эти приложения и наполнили их. Повторяю, что мы это делали параллельно с тем, разрабатывая и другие приложения в области, значит, растениеводства, ну, непосредственно в частности по земледелию, по зоотехнии, по агротехнике. Мы не в ущерб делали, но принципиальная особенность наша в том, что мы все-таки делаем ставку на именно эти приложения. В этом году, вот сейчас буквально в октябре, мы планируем также вместе с фондом Сколково провести очередной этап конкурса IT Черноземья. Я рассчитываю, что победители компании в первую очередь будут представлять проекты уже свои и приложения, программные продукты в сфере животноводства. Для нас это особенно важно, учитывая то, что я чуть выше сказал, и производство продукции животноводства, ее объема в Тамбовской области, ну и в принципе это важно, поскольку мы все-таки делаем цифровую платформу не для себя, а в целом. И я бы здесь вот также с вами немножко пофилософствовал, сказал, что когда мы говорим о цифровизации АПК, очень много участников, интересантов, и это несомненно хорошо, но зачастую все участники, интересанты начинают сразу смотреть, а что есть, где есть какие бюджеты, есть какие программы поддержки, какие программы поддержки есть Министерство сельского хозяйства, Министерство, значит, профильное министерство, которое это осуществляет непосредственно. Вы знаете, вот сегодня то, что мы делаем, мы просто нарабатываем свой опыт, мы его систематизируем, мы агрегируем, ничего пока, по крайней мере, не прося, но при этом взаимодействуем со всеми, с Министерством сельского хозяйства в частности. Здесь не могу не сказать о том опыте, который предшествовал вообще нашей работе. Дело в том, что вот Ирина Анатольевна сказала, что есть федеральная информационная государственная система. Мы до 2017 года уже все картографирование провели, и сегодня являемся пилотным регионом Министерства сельского хозяйства в этом отношении. То есть 2 миллиона гектар пахотных земель сегодня у нас закартированы, внесены все необходимые данные. Конечно, мы эту работу совершенствуем, и вот то, о чем было сказано, верифицируем эти данные. И, конечно, для нас это принципиально важным, сотрудничество остается. Ну и последнее, что я хочу тоже сказать в части цифровизации АПК. Действительно, эта тема важная, она будет получать развитие. Для этого нам необходимо было в Тамбовской области, в Мичуринске, в Наукограде, в рамках проекта по созданию инновационного научно-технологического центра, а мы этот проект сегодня заявили, он прошел поддержку в Академии наук и в Миннауке, и, естественно, на площадках Госдумы и Совета Федерации, на экспертных площадках. Нам нужно было сконцентрировать вокруг региона Тамбовской области, в частности, и Наукограда, единственного аграрного Наукограда в Российской Федерации, экспертное сообщество. Для этого мы создали центр компетенции, сайт уже разработан, есть, и мы сегодня приглашаем к взаимодействию всех заинтересованных участников. Абсолютно взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию вот в рамках этой темы. Ну и для этого как раз привлекаем бизнес, потому что бизнес сегодня сам по себе не должен находиться. У нас два сейчас проекта по созданию бизнес-акселерационных центров, также при поддержке фонда Сколково и грантовой поддержки их. Ну и, естественно, бизнес сам заинтересован.
финансируете эти проекты, и представители крупного бизнеса в масштабах не только Тамбовской области, а вообще в целом аграрной отрасли сегодня являются активными участниками и главными интересантами этого проекта. Но цифровизация все-таки, на мой взгляд, не должна делать ставку, упор на только крупный бизнес. Поэтому еще одна заключительная особенность нашего подхода к созданию цифровой платформы, к концепции цифровой платформы ВПК, заключается в том, чтобы максимальный доступ предоставить мелким, средним предпринимателям, малым формам хозяйственного населения, потому как крупный бизнес в этом смысле, надо признать честно, самодостаточен. Да. Спасибо за внимание, мы готовы делиться опытом с вами, приглашаю всех в Тамбовскую губернию, тем более завтра начинается 8-я Покровская ярмарка, которая будет хорошим продолжением федерального высокого мероприятия. А пока как сектор обвиняли в недостаточной прозрачности, а как раз цифровизация — это то лекарство, которое помогает внести прозрачность и в распределение поддержки, и в доступе к этой поддержке, и в коммуникацию между правительствами регионов, федеральными правительствами и бизнесом. Как, по-вашему, эта тема отрабатывается у вас в регионе? Видите ли вы улучшение прозрачности, да, уменьшение количества вопросов от бизнеса через цифровизацию, через прозрачность каналов связи? Правильный вопрос, потому что среди целей, которых должна достигать цифровизация, в том числе цель повышения прозрачности вообще деятельности всех участников аграрного рынка, сельхозтоваропроизводителей в частности. Ведь наш народ сельский настолько талантливый, если некоторое время назад мы могли отмечать практически все, что на все случаи жизни есть свои отчеты у наших аграриев, да? Для налоговой инспекции свой один годовой отчет, для статистики свой, для районного управления сельского хозяйства свой отчет, то, конечно, внедрение цифровых технологий во многом это решает проблему. Более того, скажу, что у меня, вот, например, как главы региона, длительное время, и ранее я председатель областной думы был, но очень тесно связан с агропромышленным комплексом, волновала тема прозрачности, особенно в части учета отражения произведенной продукции. Да? И по зерновым это тема, наверное, одна из центральных являлась. Конечно, актуальность объективного отражения произведенной продукции не исчезает, но я вам скажу, что во многом, например, в Тамбовской области ситуация улучшилась в этой части, принципиально улучшилась, я бы сказал, даже кардинально улучшилась. Сегодня спрятать то, что на самом деле произвели, гораздо сложнее. И это тоже несомненный эффект, но только эффект уже экономический, а как известно, за экономическим эффектом социальные эффекты идут в жизни регионов Российской Федерации. Вот. Это первая часть. Но вторая, что касается Ирина Анатольевна сказала, взаимодействие по части получения субсидий, оформления документов. Конечно, это все верно, это правильно, потому что вся эта бумажная работа, она, конечно, отнимает массу времени, такая бюрократическая. Но здесь обнадеживаться, я думаю, бессмысленно. Как бы не совершенствовалась работа в области контрольно-надзорной деятельности, но полностью, Ирина Анатольевна, от бумаг никто не позволит уйти, и это тоже нужно понимать. Иначе контроля объективного не будет. Так что все должно быть сбалансировано и уравновешено. Но очевидные позитивные изменения имеются.